Инфляция в США продолжит существенно расти. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Невада. По его словам, нынешний президент штатов Джо Байден и демократы в Конгрессе допустили худшую инфляцию в стране за 50 лет – 9,1%. Цифра растет и вырастет очень существенно, считает экс-президент.